Москва, 12 мая, РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нашел своего двойника среди бойцов дивизии СС «Галичина». Об этом он сказал, выступая в Национальном университете Острожская академия в Равенской области, передает издание «Гордон». «Я смотрел фотоальбом «Дивизия Галичина». Я его случайно открыл на одной странице. Вижу свой портрет. Моя точная копия 8 класса, только в немецкой форме. Ваффен-СС. Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Драгобыче, возможно, все было бы по-другому в нашей семье. Наш народ просто искусственно разорвали, и каждый раз, чтобы получить свободу, нужно было опираться на одно из меньших якобы зол, рассказал он. При этом генпрокурор высказал мнение, что обсуждать историю Галичины должны историки. Дивизию СС «Галичина» создали в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная Армия разгромила это соединение возле города Броды. На Украине к дивизии относятся неоднозначно. Некоторые политические силы утверждают, что Галичина боролась за независимость страны. Другие уверены, что она выступала на стороне нацистов.